На спорткомплексе «Шериф» сегодня побывала конная милиция. Лошадей пригласили на День защиты детей. Сейчас на спорткомплексе проходят летние сборы. Кроме конной поездки, для детей устроили настоящую Индию с праздником Холи. Счастливые, но немного испуганные дети сидят на милицейских лошадях. Для безопасности рядом с лошадью стоят тренеры. Так с конной прогулки начался День защиты детей в детском лагере спорткомплекса «Шериф». Чтобы поделиться эмоциями, дети, как в школе, тянут руку. Ну, сначала у меня сердце билось, мне было страшно. Я первый раз катаюсь на лошади. Но когда она начала ходить, я подумала, она сейчас меня скинет. Понравилось, как вот так вот он ходит и прям... шатается. Мне очень понравилось. Лошади как бы мягкие и качаются как на горках. А не страшно было? Нет. Ну это же высоко так. Нет, мы не первый раз катаемся. Но не все были в восторге. Девочка Марта боролась со страхом. Ощущение, будто бы я упаду. Не упадешь. Как видишь, ты не упадешь. Ну как хочешь. Наше дело. Страшно. Можешь пару шагов хотя бы? Может, пару шагов сделаем? Попробуем? Ощущение, будто бы я как-то не крепко держусь. Чтобы Марта успокоилась, подоспела группа поддержки из отряда. И вот лошадь тронулась. А Марта уже не плачет, улыбается. Бакс, Краля, Игарка и Кучер – это патрульные милицейские лошади. Их можно встретить на улицах города. Но сегодня у них отдых. Тренеры говорят, для лошадей поход к детям – это тоже своеобразная экскурсия. Кобылы жеребцов специально подбирали самых спокойных, добрых и предсказуемых в поведении. А еще лошадей готовили для выхода в свет. Тренер Дарья рассказала секрет сияния шерсти у черной Крали. Как лошадей готовили? Ну, получается, мы с моей коллегой пришли на работу в 6 утра. Для начала мы пошли в конюшню, переоделись в сменку, почистили лошадей. Сначала обычной щеткой, потом сухонкой, это тряпочка полувлажная. Протерли их до блеска. Жемчужная накидка-юбка на Игарке и Крале – это костюмы для выступления. А наездницы и тренеры по конному спорту Дарья и Анастасия сегодня выступили в роли принцесс. Да. Особенно вот эти их юбки, они да. такие широкие. Да, очень красивые. Да, Реально, либо на принцесс, либо на королеву. Выступление понравилось. Особенно выступление мне понравились юбки, которые у девочек были сзади, которые прикрывали почти все тело лошади. Да. Такие красивые были и лошади, и девушки. И музыка красивая была еще. И очень все это гармонично. Спасибо ребятам с конной милиции, которые нам сегодня такой праздник устроили. Лошадки до такой степени ухоженные, чистые, красивые. Вот я думаю, сейчас мы придем в лагерь, и все будут делиться своими впечатлениями. Да, я уже не ребенок, но для своих родителей и в 25, и в 50 мы дети. Так что надо тоже прокатиться на лошади. Только для начала нужно на нее забраться. Хорошо, когда ты ребенок, и тебя просто закидывают в седло. Держите. Держите здесь. Как вам тут не страшно? Поехали. А там, может, систему безопасности как... Все хорошо. Система безопасности ноги зажимать. Залезать оказалось намного проще, чем слезать. Пришлось звать на помощь. Мы каждый день, да. Лагерята уже двинулись на другую точку. Сейчас они покатались на лошадях. А следующая остановка – это праздник Холи. Громкая музыка, знакомые песни, дети зажигают, пока еще чистые, в белых футболках. Но через 5 минут над кепками и панамками парило цветное облако. А одежда, волосы окрасились в яркие цвета. Ура! Владлен Танковцева, Василий Гриб, ТСВ.